Открытый республиканский турнир по дзюдо в памяти воина-интернационалиста капитана милиции Виктора Юртова собрал Гродне 200 спортсменов из Беларуси, России и Молдовы. История этих спаборництвов началась 40 годов тому. Долгий час яны избирали самбистов, а с 2000-х дзюдоистов. Ольга Борисевич расскажет. До пандемии коронавируса турнир по дзюдо памяти Виктора Юртова был популярным не только у белорусских спортсменов, але и у замежных. Сёлета за его узнагороды змагаліся команды из усіх областей нашей краины и города Минска. А так само приехали сборная из Молдовы и три сборная из России. Наша Гродненская область представлена всеми ведущими спортсменами области, где культивируется данный вид спорта. Ну, понятное дело, что такое вот место притяжения и аккумуляции всех ведущих спортсменов данного вида спорта, это является училище Олимпийского резерва. Для них это хорошая такая тренировочная база для того, чтобы проверить свои силы на международной арене. Потому что я не думаю, что ребята из Российской Федерации приехали тут побыть статистами или те же самые ребята из Молдовы. На протягу двух дней на татами выходили спортсмены 2006, 2007 и 2008-2009 годов народжения и демонстрировали умение володать приемами дзюдо. Яны змагались за узнагороды у 17 ваговых категориях у двух узростовых группах. Представники Гродненской области завоевали 12 медалей. З их 4 золотые, 2 серебряные и 6 бронзовых. Третьим местом как бы и доволен, недоволен. Проиграл представителю России и гродненцам. Мальчику, с которым все время как бы боремся. Мне не хватило, наверное, скорее всего, уверенности где-то в своем действии. Турнир Кубок Юртова – добрый опыт для спортсменов, бо, как отзначают организаторы, все лепшие дзюдоисты Беларуси калісьці были его удельниками. Здесь сборная республики в этого возраста по дзюдо борется. Естественно, что старшие тренера просматривают, и это как бы рейтинг. Вот республику отборятся, этот турнир отборятся. И тогда смотрят, кого вести там, на Европу юношескую, потому что чемпионат Европы или мира, там рейтинг совсем другой, туда попасть сложно. По шматгадовой традиции организаторы и удельники турниру ушановали память Виктора Юртова, усклаўшы гирлянду и кветки до помника воинам-интернационалистам у скверы на улице Курчатова. На урачистым открытии спаборництва присутничали сыны и унук Виктора Юртова.